Для одних столовый прибор, для других предмет коллекционирования. Татьяна Пекунова собирает необычные ложки уже четверть века. Все началось с того, что мама подарила ей набор серебряных ложечек. С этого момента коллекция Татьяны постоянно пополнялась. Сейчас в ее арсенале 15 тысяч ложек из дерева, серебра, олова и других материалов. Мы говорим о ложках обрядовых, культовых. Мы говорим о ложках с литературными персонажами. И для чего выпускались эти ложки? Мы говорим о коронационной ложке, о ложках из легендарных ресторанов. Например, мы привезли предметы из ресторана «Максимс» из Парижа. Часть коллекции Татьяна привезла в Иваново из Владимира, где она открыла тематический музей. Среди ее экспонатов антикварные ложки со всего света, выпущенные к памятным датам, фамильные ложки, а также коронационные ложечки императорских домов. Всего около 1000 экспонатов. Для юных гостей в музее проведут мастер-класс по росписи деревянной ложки. Мы будем расписывать с организованной группой деревянную ложку, которая была как раз привезена из столицы ложкарного ремесла, из города Семенов, Нижегородской области. И будем использовать также техники краски. Собственно, каждый из желающих может изготовить свою ложку, свой сувенир, который может потом быть ему полезен. Владелица самой крупной коллекции ложек в России говорит, что коллекционирует не сами ложечки, а скорее историю, которую они могут рассказать. Ложка – это не только привычный предмет обихода, но и объект народного творчества, а также своеобразный холст для мастеров кисти. Достаточно много экспонатов связано с детской тематикой. Это и стенд «Пятерняшки» рассказывает о первых девочках-пятерняшках, выживших в Канаде начала 20 века. Это большой стенд со сказочными персонажами. Есть и «Мумитроли», и «Том и Джерри», и «Репка», и «Русские народные сказки», сказки Андерсона, «Братьев Гримм», сказки народов мира. Познакомиться с необыкновенной историей обыкновенной ложки можно в Ивановском музее Ситца до 30 ноября. Если покажется мало, то полная коллекция ждет всех желающих во Владимирском музее ложки. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.